История органов госбезопасности интересна школьникам. Региональное управление ФСБ подвело итоги конкурса рефератов. Выбрать предлагалось одну из пяти тем. Чекисты признаются, поскольку конкурс проходил впервые, ажиотажа не ждали. Тем не менее, 56 школьников прислали свои работы. Ученица 23-й гимназии Наталья писала реферат про советскую контрразведку «СМЕРШ». Мне кажется, было очень интересно разгадывать вот эти вот загадки, которые скрывались долгое время, а теперь именно я смогла узнать о них, раскрыть, понять, для чего это скрывалось, почему это было так важно, какие-то стратегические маневры.